Ой, привет, дружище, как твои делища? Приветствую тебя, Макс Вехов. Макс Вехов желает тебе успехов. Подписывайся на мой канал, ставь лайки и так далее, и так далее. Будь в курсе моих новостей. Вот, кстати, мой проект играет DJ Колдун. А это моя маленькая коллекция календариков. Была у меня когда-то подружка одна 90-х, и я ей по пьянке подарил свою коллекцию календариков. У меня было столько календариков, офигеть, моя. Такая это коробка, такая с под конфет такая коробка большая была, такая вот где-то, и она вот такая толстая. Там было столько календариков, блин, советских. Ну, вот все, что осталось. Вот календарик прикольный, я его использовал на обложечку. 90-й год. Вот календарик 91-го года. А Исачев Дриада. О. Тоже прикольный календарик. Вот 90-го года календарик. Картина какая-то. Тут мелко написано, но уж извиняйте. А вот, кстати, Исачев входящая, Лилит. Тоже календарик 91-го года. Вот Исачев, искушение. Класс, это тоже 91-го года. Вот календарик я использовал на обложку тоже альбома Dominion. Отсюда, ой, это 81-й год, нифига себе. Мне тогда было сколько лет? 6, по-моему. Да, а вот, кстати, In the Name of Metal. Это 2007-2008 год. Это вообще календарик прикольный тоже. Ну, это современный. Вот, один могу продать. Имею два. А это раритетище. Хамелеончики. Класс. Вот это да, прикольно. Это вообще таблица умножения, это не календарик. Таблица умножения. А это шед календарик, а это вот тоже. Пык, пык, пык. Класс. Придумал кто-то такое. Кого-то буйная фантазия. Или план перекурил, хрен его знает. 26-го года. Такое придумать. Так, вот. О, ну это все знают, что это такое. Тайна третьей планеты. Это да, Алиса, Селезнева, Громозека. Это 86-го года тоже. Ну, а это прикольно. Опа. Вот такая коллекция у меня прикольная. Ты-д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 ы
Вот. Так сказать, закрою самые интимные места. Вот. Ну вот, такая небольшая коллекция календариков. Желаю успехов тебе, Макс Вехал. Пока-пока. Скоро ожидай альбом, дебютный альбом от диджея Колдуна.